Приветствую всех, дамы и господа, рыбаки не очень. На моем канале вы можете познакомиться не только с моей рыбалкой, но и природой моего региона. Сейчас мы находимся на берегу Охотского моря, и мы с вами совершим небольшую прогулку и попробуем что-нибудь поснимать. Один из красивейших участков морского побережья. Совершенно фантастические скальные выходы могут чередоваться с затяжными, длинными, подковообразными, дикими пляжами. И сегодня, я думаю, мы попробуем пройти вот до того мыса. И начать я предлагаю вот с этой небольшой скалы. На ней, как вы видите, на самой макушке что-то растет. Мы сейчас подойдем и посмотрим. Совершенно потрясающее место. К сожалению, сегодня присутствует ветерок. Вот временами, порывами. И, возможно, это скажется на качестве звука. Я не уверен в ветрозащите микрофона. В сапогах здесь можно пройти, ну, думаю, вы понимаете, по отливу. Когда прилив и еще волна. В сапогах, конечно, здесь не походишь. Нужен как минимум костюм высокий. Опа, осторожно. Опа. Буквально сразу вот 2-3 метра и находится свал. То есть мы сейчас находимся на скале. Стоит немножко оступиться, и можно оказаться вот прям с головкой в воде. Так, чайки нас не боятся. Хорошо. Очень популярное место для рыбаков-любителей. Вот там мы видим людей. Люди ловят рыбу. Также здесь достаточно хорошо развито промышленное рыболовство. Здесь вы можете наблюдать так называемый стан рыболовный, технику. Потрясающе. Thank you.
невообразимо маленький ручеек. Он даже не доходит до моря, он просто просачивается в песок. И таких по этому побережью просто великое множество. Просто огромная куча выброшенных штормом водорослей. Тут и морская капуста, и водоросли, которых я даже не знаю, как называются. Получилась такая эдакая подушка толщиной, наверное, с метр точно. Опа. Так называемый ставной невод, с его помощью ловится, добывается, ну, промышленным способом лосось. Там сейчас стоят ловушки, в которые заходит лосось тихоокеанский. Рыбопромышленники, которых я вам в самом начале показал, подходят к ловушкам на так называемых баркасах, достают рыбу и вот там вот разгружают. То есть вот мы сейчас можем видеть процесс разгрузки. Видимо, подвезли свежий улов и его перегружают на берег. Достаточно крупный ручей, я предлагаю пройти по нему вверх. Мне кажется, там будет интересно. Обалденная красота! К сожалению, помимо бытового мусора, тут очень много мусора такого промышленного, который именно вот добывают, оставляют вот эти рыбопромысловые предприятия. Вот, к сожалению, мы без этого... Ну, никак не можем, никак. Это ж надо умудриться такое прекрасное место вот так вот загадить. Красивый контраст
скальника, песочка и зеленой сопочки. Небольшая пещера или что-то вроде грота, и видно, что туда натоптана тропа. Совершенно непонятно, это естественного природного происхождения или рукотворного. Но освещение там плохое, поэтому вряд ли получится что-то снять. О! Но следов обработки я не вижу, видимо, вот если судить по тому, что здесь мокро, возможно, грунтовыми водами все это за миллионы лет вымыло. Очень интересно. Потрясающе. Вы можете видеть, как отличается цвет песка на этом пляже. Вот он темный, светлей, светлей, светлей. Там совсем светлый. То есть получается, вот до сюда добивает волна во время шторма или во время прилива. По официальным сведениям в моем регионе, а он, как вы, наверное, уже знаете, островной, так вот, по официальным сведениям у нас зарегистрировано около 55 тысяч рек и ручьев. И я думаю, даже вот такой маленький, наверное, включен в этот перечень. Совершенно маленький ручеек, который вытекает между сопочек.
Вряд ли моя камера позволит разглядеть, но, возможно, вы слышите, помимо шума моря, шум моторов. Это вот баркасы так называемые. Я упоминал о них ранее. По всему побережью расставлены вот эти вот ловушки. Сейчас идет добыча лосося. И вот баркасы, видимо, уже с уловом проверяют ловушки и возвращаются на свой стан. Традиционно все побережье, все камни усыпаны нерпами, которые просто объелись лосося, вот лежат, отдыхают. Вижу вон там голову, а вон на камушке такая толстенькая тушка лежит, отдыхает. Буквально все побережье просто изрезано вот такими вот совершенно малюсенькими ручейками. Очередной ручей, довольно-таки крупный по здешним меркам, впадает в море. И надо сказать, что такие вот места впадения пресной воды в море привлекают лосося. Лосось чувствует пресную воду и инстинктивно, вон он косяк ходит, инстинктивно тянется к таким местам. Ну и этим пользуются рыбаки-любители. Сегодня почему-то их здесь нет. Основная вот, много людей я видел там вот в начале нашей прогулки. Я не уверен, что камера позволит хорошо снять сквозь воду. Но вот только что на моих глазах прошла небольшая стайка тихоокеанского лосося. Совершенно очевидно, что это следы от воды. Возможно, при сильных ливнях во время циклона, либо весной, когда снег тает и вода сходит с сопок, возможно, это был такой уровень воды в этом ручье. Возможно. А возможно, все дело в приливе и штормах. Может быть, это море вот так вот сделала. Сложно сказать. Но совершенно очевидно, что здесь уровень воды был, ну вот мне по грудь практически. Может даже больше.
Мы проделали довольно-таки большой путь. И конечной целью нашей прогулки я планировал сделать вон тот мыс. Сейчас буквально метров через 300-400 этот пляж заканчивается. И я вон там вижу нагромождение камней. Море подходит очень близко к сопкам, скалам. И я, честно говоря, не уверен, что мы сможем там пройти. Я никогда там не был. Ну, давайте попытаемся. Давайте попытаемся. Мне кажется, там есть на что посмотреть. Да, пройти сейчас, по крайней мере, пока нет шторма, вполне возможно. Нужно просто быть немного осторожным. И я там уже заприметил кое-что интересное. Оно рядышком, вот там на скалах, я вижу пару человек. Возможно, это рыбаки. Надеюсь, они будут не против, если я там немножко поснимаю. Главное не оступиться и не переломать ноги. Да, там совершенно точно я видел двух человек. Я не знаю, чем они занимаются, но мы попробуем им не мешать. Вот, а заприметил я там маленький, ну, своего рода водопадик. Именно этот водопадик я заприметил издалека, когда мы еще находились на пляже. Согласитесь, сюда стоило прийти.
около этого чудесного водопадика отдыхают трое рыбаков. Мы не будем им мешать и попробуем пройти дальше. И сейчас начался участок, просто сплошной участок вот из таких камней и валунов. Очень некомфортно ходить, но тем не менее, вы знаете, это красиво. Это красиво. Я планировал примерно где-то здесь закончить нашу прогулку, но я предлагаю вот еще буквально немножко. Мне просто даже не ради видео, а самому интересно прогуляться. Как я уже сказал чуть ранее, вот именно здесь я никогда не был. Совершенно потрясающие места. Судя по следам, это место достаточно популярное. Но сейчас мы здесь одни. Тут я, пожалуй, даже попробую зайти в воду. Мне кажется, тут достаточно мелко пока. Пока не начался прилив. Все покрыто водорослями. Вода чистая, потому что нет наката сильного, нет шторма. И здесь камни. И поэтому вода здесь прозрачная. Пока нет сильных волн и пока не начался прилив, я думаю, здесь вполне можно пройти, может быть, даже между скал. Но дальше мы не пойдем. Я практически уверен, что за этим мысом нас ждет опять затяжной подковообразный пляж, подобный тому, где мы с вами уже были. Вот, места тут достаточно типичные. И на этом, пожалуй, мы закончим нашу прогулку. Смотрите, как красиво волны отполировали камень. Просто невероятно, как красиво. Смотрите.
Это ж сколько тысяч и миллионов лет понадобилось, чтобы сделать такое. Мы с вами, конечно же, молодцы, проделали немаленький путь, побывали в красивейших местах. Я очень надеюсь, что у нас получились хорошие кадры. Мне остается только смонтировать видео и его опубликовать. На этом мы заканчиваем нашу прогулку. Всем удачи! Увидимся на моем канале.